тут должно быть очень много разных деталей. Должно быть две палки на 10. У нас таких нет, поэтому мы заменим. Мы возьмем кубик 1 на 3 и 1 на 4. Нам понадобится 4 кубика 1 на 3 и 2 кубика 1 на 4. Здесь получится, знаете как? Мы возьмем 2 тройки и 1 четверку. Вот. Пока на 10.
Знаете, что это? Это копилка-свинка. Смотрите, у него тут двигаются глазки. Вот. Второй тоже. Опа. Брови можно подвинуть только если вот так немножко. Брови оказались, знаете, из чего сделаны? Из сосисок. Вот такие глаза есть в маленьком синем наборе с китом. А хвост мы сделали по-другому. Теперь он у нас весь гладкий. И смотрите, забавно. У него у него двигается хвост. Бум-бум. Правда забавно? Пока, до новых встреч!